В одной из прошлых передач я оценил расходы бюджета республики на Петербургский международный форум в 100 миллионов рублей. Вы знаете, я ошибся в 4 раза. Рекордные 400 миллионов рублей обошлись нам вот эти вот тщеславие и самолюбование Хабирова. Сам форум, безусловно, никакого реального результата никому не принес, кроме расходов бюджету. И в связи с этим мы провели в телеграм-канале «Открытая политика» опрос, выясняя, каково отношение наших подписчиков к вот подобным тратам на всевозможные форумы. И 78% опрошенных считают, что было бы более целесообразно истратить 400 миллионов на любые другие нужды региона, нежели на отдых дорогого Ради Фаритовича. Но 22%, не без участия, конечно, вот этих вот бастардов Прочаковской, считают, что никаких денег не следует жалеть на достойный отдых дорогого Ради Фаритовича. Ведь он очень устает заботиться о нас.